Оставление детей без присмотра привело к тому, что в регионе в этом году зафиксировано 10 случаев выпадения из окон. В областном департаменте по ЧС рассказали, какие меры безопасности можно принять. Подробности расскажет наш корреспондент. В летние месяцы жители многоэтажных жилых домов открывают окна, однако всеми игнорируется безопасность. Для предотвращения выпадения детей из окон областным департаментом по чрезвычайным ситуациям проводятся различные мероприятия, в том числе по предупреждению жильцов многоэтажек. Уважаемые родители, департамент по ЧС области убедительно просит вас усилить контроль за малолетними детьми, а также просит соблюдать следующие рекомендации. Не оставлять детей одних в комнате, отодвигать от окон все виды мебели, какие-либо предметы, что не позволит ребенку, оперевшись на них, залезть на подоконник. Установить на окна специальные защитные средства, чтобы ребенок не смог открыть окно. Не рассчитывать на москитные сетки. В ведомстве сообщили, что за последние 3 года во время купального сезона произошло более 30 несчастных случаев. Из них с участием детей 11. Департамент выражает особую тревогу и озабоченность за жизнь юных казахстанцев. Акцент внимания на то, что дети, несмотря на свою природную любознательность и активность, часто не осознавая потенциальной опасности, связанной с водой, которых в области насчитывается 754 водоема. Они используются у нас для отдыха и рыбной ловли. В рамках формирования культуры безопасности поведения подрастающего поколения совместно с управлением образования проведено более 1000 лекций. В целях обеспечения безопасности детей в родительские чаты на постоянной основе направляются рекомендации по соблюдению правил поведения на воде. При посещении водоемов многие граждане купаются в нетрезвом виде. Кроме того, большинство тех, кто оставляет детей без присмотра. Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Заринабек Калиева, Лаура Даулетбек, Медет Кайыркенов, Кукши, Ахпарат.